Всем привет, здравствуйте, дорогие друзья и подписчики канала HardGames YouTube. Спасибо всем огромное, кто сразу, как только увидел дядь Лёш, подписался, прожал колокольчик и так далее. Мы вас приветствуем всех с канала Твича. Вот, ребятушки, 10 тысяч там лиц сидят и вас приветствуют. Друзья мои, сегодня свершилось предначертанное, и мы снова идем играть в игру «Споры». Я перечитать попытался, комментариев 500, наверное, точно прочитал. Я охерел, сколько фанатов у этой игры. Вы опять влепили почти там 50 тысяч лайков. На первой серии уже, наверное, за 60 тысяч ушли лайки. Так что сразу с вами договариваемся, как мы уже с вами уже вот прям вот привыкли так делать. Если эта серия наберет 20 000 лойсов, мы потихонечку прибавляем, чтобы потихонечку было. 20 тысяч набираете? Изи, я знаю, брат. 20 тысяч и следующая серия сразу, часовая. Ой. Спасибо за комментарии, спасибо за подписки. Я очень рад, кому этой игрой поднимаю настроение. Почаще улыбайтесь. Счастья вам, добра, удачи, блядь, чуть не заплакал. Так, все, ай, ну, давай. Так, ну что ж, дорогие друзья, переходим к этой замечательной игре. И, собственно, сегодня третья серия. Всем спасибо заранее за просмотр, за комментарии, за лайкосики. Блядь, мои родненькие. Так, этап племя. Ребята, племя. Мы с вами уже деградировали в... Градировали в племя. Шу? Чего? Прокрути галактику. Нихера себе лайфхаки пошли, ёпта. Нихера себе, ребята. Я вашу галактику крутил. Ха-ха-ха-ха. Карусель, карусель начинает Все, кто кушает, всем приятного аппетита. Блядь, тошнит Блэд. Так, все, тихо там. Все, давайте, поехали. Хардляндию. Хардленд называется, между прочим. Это наш с вами дом, кстати. Да, так. Этап племя. Я, кстати, у меня такая была, вам честно скажу, у меня такое было дикое желание посмотреть. Прям очень дикое желание было посмотреть, короче, вот где-нибудь подсмотреть, что будет дальше. Но я принципиально не смотрю. Принципиально. Хотя сломаю, придурок. Не понял. Так. Я напомню всем, ребят, что в предыдущей серии мы с вами умудрились подружиться путем песен, плясок и смотря вот в зеркальце с одним очень жестким типом. Короче, Кинг-Конг оказался очень жестким. Максимально, Блэд, жестким. Лёп, пляшет, черт. Так, что мы делаем? Так, здесь уже какая-то стратегия пошла. Так, чё, как что? Меню племени? Так. Смотрю меню племени. Щелкните на пентаграмме шлема, чтобы открыть панель снаряжения. Давайте откроем панель снаряжения. Все-таки в этот раз посмотрим, как это все делается. Снаряжение. Так. Освоить. Короче, снаряжение помогает освоить новые навыки. А хуй мне интересно, вообще вот снаряжение есть. Ля какой. Красивый. Эх, есть же, а, красивые. Как ты, кста. Так, что это такое? Бутоньер. Сбор пищи. Не понял. Сбор пищи. О, они здесь типа прям пищу пойдут добывать. Это прям стратежка. Маска-черепушка. Ага. Оружие общения. Оружие общения. Так, подождите. Стоп. Нам надо понять, мы здесь гопать будем? Или нет? Или дружить? Или добывать? Так, сейчас я в чат чекну. Мы здесь что с вами делать будем?
дружить со всеми, гопать или добывать, или воевать. Ну, я думаю, раз мы создали такого крутого этого с вами, да, не травоядного, а вот этого, да, за травоядного мы отдельно игру пройдем. Ну, давайте воевать, воина делаем, да? Давай воина. Так, ну, что воину нужно? Здоровье. Ё какой. Так, погодите. Так. Ёпта, каска. Ля какая. Это кепка. Это Гоп Коллекшн 2015. А, погоди, здесь даже... Нихера себе, ну у нас получается, слышь, вообще просто... Реально гопник. Так, что здесь есть? Сбор пищи, общение, оружие. Оружие. Хе-хе-хе. Бубенчики надо прикрыть. А, у нас штырек торчит. Блядь, не понял. Так, я вас осудил заранее. Так. Хуёк-то у него торчит. Так, тихо там. Так, плечевые. А что делать, если плечей нет и идут сразу руки? Хай, Нормер, хай. Так, ну давай вот так вот сделаем. Так, у нас 20 осталось. А что это такое? Глазок. Спарадик. Кого, блядь? Так. Ус. Ёпта. Не понял. Так. Ля, ёпта, сейчас рога еще сделаем. О, сука. О. Як у лося. Страшно? Так, перышком надо бубенчик закрыть. Почему на соски нельзя перо? Так, усы есть, все есть. Гулька. Что такое гулька? Вот этот мне звук понравился. Так, 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 тихо там. Блять. Так, тихо. Так, спокойно. Это бан. Сразу. Так, тихо там, это детская игра. Как говорится, кто на что учился, тот так и играет. Не, ну за бубенчики тут будет и 100 тысяч лайков. Так, все нормально, оделись. Так, и что это такое? Так, 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 тихо, 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 тихо. Так, гопников набрали. Добавить детеныша. 10 единиц пищи. А где пища? А, вон. Детеныш сразу нужен. Добыть мясо или рыбы? Ёпта, как это делается-то? Так, давайте думать. Где есть мясо или рыба? Не понял. А, ну подожди, а... Может, какой-нибудь... И кого-то вы... Кого-то выбрать... Погоди, погоди. Ловушки.
Что происходит? Так, тихо, пища и лечение. Музыкальные инструменты, оружие. Захватить или присоедините другое племя, чтобы получить доступ к его инструментам. Ёптите. Иванучо Михайлович. Ля, не понял. Не понял. Появилось какое-то новое племя. Вождь племени. Это глава племени. Племя может и без вождя. А вот мирного общения с другими племенами без него не получится. Вождь также отвечает за активацию приобретенных навыков. Как жрачку-то добывать? Как паечку-то добывать? Во! Во-во, пошел. Понес пайку. Опа, 7. А че ты только вождь-то таскает? Давай тоже иди таскай. Ля-ля-ля, дурак, сейчас спалит всю хату. Так, давай тоже иди таскай. Что-то костер, а че костер? Ты дурак, нет? Я сейчас с ума сойду. Че ему надо? Один что-то говорит, костер. Че костер? Иди к костру. Ля, дурак. Че, блядь, происходит? Блядь, что за ужас здесь творится? Так, вот этого вы... Подожди, тихо, ну спокойно. Так, детеныши, 10 пищи. Надо еще одного выкатить. Опа, яичко. Надо плодиться, ёпта, самое главное. Если кто-нибудь нападет, будем отбиваться. Дурачок растет. Так. А как ими управлять? Как в бой-то, ёпта, пойти? Огненные бомбы. Дурак, а. А, все, пошел. Ля, машина пошла. Так, давай, знаешь, что сделаем? А ну-ка, пойдем. Короче, это прям полноценная стратегия. Ля, полетели. Так, сюда идем. Чтобы покормить дитое животное. Чего? Кого покормить-то, ептать? Ну-ка. Пошла. А, все, они автоматом, короче, бьют. Ля, машина пошла работать. Короче, это прям полноценный режим этого. Как в шутанах, короче. Долби. Это прям, короче, этот.
Это, короче, прям полноценный этот. Как он? Этот. Варкрафт, ебёна мать. Слушай, ну минус племя. Мы сейчас племя их захватим, кстати. Все. Минус племя. Все, пайку домой понесли. Не, а что, плохо, что ли? Пусть носят. Так, а вы что тут стоите? Давайте жрачку домой носите. Слушай, как хорошо, что у нас крылья есть, у наших этих. Да? Минус стая. Строй. Так, понял. Так, паечка носится. Погодите. Строй. А как строить? Как тыкать-то? Непонятно. Так, здесь это мы выбираем оружие и все прочее. Почему-то... Подожди, ну сейчас они с них жрачку принесут. Так, надо яичко еще одно. Надо. Яичко обязательно надо. Не хватает еды, я понял. Сейчас натаскаем, не ссыте. Так, ну мы... Так, плюс 5. По 5 они еды таскают. Так, малой, ты че, я не пойму здесь это. Слушай, а как много еды, ты посмотри с племени с этого. А почему, интересно, мы его захватить не можем? А? Почему мы его захватить не можем? Еда — это валюта игровая. Так, понял. Понял. Приручите дикое животное. Ага. Сейчас приручу животное. Почему я вот этим управлять не могу? Обидно. Так, давайте мы по старой схеме, короче. Выделим троих. Пойдем, пацаны. Так, дикое животное. Кого приручить? О, рыба! Слышь, пацаны, вы давайте извинитесь. К. А чё вы гопаете этих? Смело гопаете. Давай. Еще сейчас мясо будет. Сейчас чем больше мяса, тем лучше. А с коровами мы подружимся. Чё, я дурак, что ли, с коровами воевать? С коровами надо обязательно подружиться. Корова ходит, корова, друзья наши. А что, сейчас здесь паечки наберем? Всего наберем? Мне кажется, правильно я все делаю. Все? Ну все, последнего добиваем, все. Тихо. Так, домой. Так. Ля, дурак какой-то. Там, ёпта, быканул, я не понял. А у нас тут этот. Еще, еще и поесть нам принесли. Одобряем. Ща, пацаны. Так, паечку носим паечку. Давайте. Ай, вы мои умнички. Так, у нас на страже этот орангутан стоит. Так, все носим пайку. Так, 52 уже. О, ля-ля-ля-ля-ля, идет дурак. Ага, сейчас тебе здесь. Ага, давай. Ага. Сейчас там все нормально будет. Они носят, нет? Вы носите, нет, еду? Носит, нормально все. Так, открой племя. Открыл. О! Трубы помогут подружиться с племенами. Ага. Топоры. С помощью каменных топоров можно легко разделаться с дикими животными, представителями других племен. Но разрушить простойку такими инструментами будет сложно. Где у меня тут постоянно ходят черти эти? На. Правильно? Ты не тех атаковал. Я без разбору. Трубы. Пока трубы не нужны. Ля, черт несется. Ля. Слышь ты?
Туши его, пацаны. Лё, там мою пайку хотела утараканить. Туши, 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 туши его. Ишь ты. Гарнист. Свидание. Вор. Ля, черт. Слушай, там сейчас пайки, наверное, принесут. Знаешь, сколько? Знаешь, сколько пайки будет? Слушай, а чё вот здесь тут надо делать? Что-то топоры. Может, туда подойти надо? Давай попробуем. Так. О, ля-ля-ля, пошел. Пацаны, берем топоры, чё стоим? Короче, топорами они типа это, да? Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, топоры берут. Ля-ля-ля-ля-ля, топоров взяли. Вот это я понимаю, вот это я понимаю. Так, вы давайте это, все, всех растащили. Так, у меня теперь вопрос ко всем остальным. Что-то строят. Так, берем вожака и пойдем какой еще посмотрим. Так, вот это что такое? Он типа рыбу добывать будет или что? Слушай, если он здесь рыбу будет добывать, это будет вообще топчик. Король Артур, на нас и напали! Не понял, а что с дура, где нападает кто? Кто еб там напал-то? Карта. А, типа где-то там, что ли? Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, быкует. Так. Сейчас мы конем, сейчас, тихо-тихо-тихо-тихо. Карту смотри, ну вот я вижу, где-то здесь. Ти, ёпти. Как теперь мне своих, как дом-то найти, э? Как наших-то найти? Блять, ГГ, next выиграем. А как наших найти? Как себе домой теперь переключиться, э? Бля, ты, говорит, карту нажми. Все, да? Ой, бля. Во, наши, все, я увидел. Все, нормально. Так, все, вы гопнули этих? Все, найс. Значит так, что мы делаем? Берем двоих, не главного. И пусть они добывают жрачку, правильно? Правильно. Сейчас мы инфраструктуру сначала наладим. Все, пусть, короче, чуваки добывают паечку. Так, есть. Уничтожьте жилище. Приручить дикое животное. Чтобы приручить дикое животное, пообщайтесь с ним. Приручите создание, будут нести яйца. А ну-ка, пацаны, пойдем с коровами дружить. Пойдем-ка. Ипта, спаси и сохрани, а. Дурачка какого-то отоварили. Помянем. Что, у нас рыбу ловит? Без рыбной стойки никак не поймаешь. В смысле? Он, они ловят. О, поймали. Чё ты мне рассказываешь? Он, они ловят. Приручить животное. Подожди, а у нас случаем наш этот товарищ, он не домашнее животное? Погоди. Может, с ним надо как-то закрешиться? А, пацаны? Еб-то знать бы. Да нет, вроде. Хата горит. Так, чиним. Там отняли два, господи, эти. Так, есть. Что мы еще можем построить? Трубы, понятно? Слушай, ну а что, пойдем коровам-то? Он яйцо уже снес. Да ладно. Яйца, ёпта! Яйца, яйца.
девушки. Пойдем яйца собирать. Ни хрена себе, у меня Кинг-Конг яйца нести начал. Хе-хе-хе. Так, яички. Опа. Прикинь. А это нормально, что Кинг-Конг яйца несет? Или нет? Нормально все? Так. Тренируются пацаны. Так, ты давай яйца носи. Там он Кинг-Конг нанес уже целый лоток. Так, эти пацаны у меня ходят. Ля-ля-ля-ля-ля. Так, а ну-ка, пацаны, стойте. Ну-ка, разделайте-ка здесь дурачков. Так. Так, ну что, пойдем на корову. Погнали. Здесь пока пацаны носят. Так, пойдем к коровам. Слушай, я не знаю, нас корова-то не отоварит, их там много. Слушай, ну с коровами я бы задружился на самом деле. Так. Короче, мы им типа дары даем, смотри. Типа кость дали. Так. Так, он ест. Съел. Все? Это что, за нас, что ли? Погоди. Коровка пошла. Ты ж моя родненькая, господи. Дай ей еще-то. Вы уже приручили. А, ну остальных просто под ноль надо, значит. Короче, одного только можно. Здорово! Нахер палки по голове, на. Чем, как говорится, я тебя породил, тем это. Главное, что коровку одну отжали. Слушай, мы таких воинов сделали, вообще просто мощных. Домой. Нет, ну одну-то мы коровку забрали. А зачем они нам нужны, ребят? Типа, ну, мы ее забрали? Так. Погнали жрачку носить. Так, а эта коровка у нас, по идее, должна быть в загоне, да? Да, она тоже яички несет. Не будет яйца нести, схерали. Боже мой. Я думал, мы ее приручили, она уже наша. Ну и ладно, буду знать, ничего страшного. Окей. Я-то думал, она уже как бы наша, ребят. Но я просто не смотрю же спойлеры. Ну, ничего страшного, ладно. Ну на мясо ее, значит, разберем, и хрен с ним. Сейчас кого-нибудь другого, значит, приручим. Давайте ее быстренько на мяско разберем. Так. Так. Разберет он? Да? Так. А мы пока что с вами будем двигаться. Кто у меня без дела, интересно, стоит? Есть такие? Слушай, этот у нас рыбу. Давай вот этого возьмем. Так, ну что, с кем задружиться? Живодер, чуть живодер. Как говорится, кто выживает, это выживает сильнейший. Так. Ну чё, давайте к кому-нибудь пойдем. Слушайте, а вот эти вообще слабенькие. Ну и давайте их... мы все-таки воины, ребят, с вами. Давайте их и это... Они вообще прям какие-то слабенькие. Ну, как говорится, а кто слабенький, тот это... Тот слабенький. Меня, мне кажется, тоже не пощастили. Так, минус. Слушай, может на каких-нибудь жестких напасть? Вообще, имеет ли это смысл? Так, все, пацаны, собираем. А что, плохо, что ли? Так. Ох, нихрена себе там типы. Слушай, там какие-то плодосборники они строят, а я? А у меня что нет?
Давай трубы, я не знаю зачем, но давай поставим куда-нибудь. Чисто по фану. Ну, типа, они открылись, а почему не поставить? Давайте. Может, что-нибудь дадут. Че, давай попробуем сейчас напасть. Слушай, ну на них надо идти вообще всем стаком. Жрачки я много принес. Давай попробуем. О, это дары, что ли, нам? Коровы там отстраиваются опять. Пусть отстраиваются. Слушай, это, я так понял, маленькие. А есть еще племена? А, все, что ли, у меня пайка? А, все, битком? Подожди, а как же сделать, чтобы больше было? Воу-воу-воу-воу, ёптить. Не понял я. Так, ну-ка, пацаны. Прям с едой, го. Не понял я. Во-во, ля-ля-ля, валим. Все, поехали. Все-все-все, вот, вот это уже точно прям. Поехали. Туши-туши-туши их как раз здесь. Хорош, пока они здесь вдвоем. Тушим-тушим-тушим. Вот, ёпты, вы и попались. Хорошо, красиво. И этого тоже отоваривайте. Тут-то вот мы вас и это... Вот этого тоже сразу, пока он там один стоит. Так, красиво отоварили. Так, ты что хотел? Так, ну еда у меня фуловая. Еда у меня, ребят, фуловая. Я почему-то не знаю, ну как, типа этот. Подожди, давайте топор... Ёпта. Вот не дай бог вот с этим вот-вот просто вот встретиться. Так, ну чё, пойдемте. Тут, тут я не пойму. Ну чё. Так, ну чё, на фиолетовое племя можешь быкануть, а? Давай на фиолетовое племя быканем. А, у нас еду реально подрезают, слышь? Там на нас войной, что ли, идут? Лё, 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 лё. Лё, лё. Ну чё, поехали, чё. Погнали, пацаны. Туши их. Вот это сейчас заруба будет. Лё, 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 макака тоже быканула. Туши, 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 туши. Давай, 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 давай. Тушим сначала вождя. Красиво. Пол хп. Нихера себе тут зарубы. Они что, всем племенем, что ли, там быканули? Сейчас, если мы отобьемся. Сейчас, если мы отобьемся, все нормально будет. Единичку прожимай, да вроде жму. Я вроде жму. Все нормально. Единичку жму, ребят. Ёпта, вот это просто жесть. Что за... Слышь, они дохерали вас, алло? Слышь, откуда их столько? Это вот посмотри их сколько. Да, нормально все у вас, пацаны. Эф Кинг-Конгу соглы. Обалдеть. Вы нормально у вас все, нет? Не, мы-то отобьемся.
Охренеть, вы меня не покоцали. Так, детеныша делаем. Все сразу, поехали, 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 поехали на них сразу. Сука, с ответкой залетим. Ща, черти, я вам устрою. Давай, 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 поехали. Ща мы с ответкой влетим. Поехали, 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 поехали. Сразу, туши, туши, туши. А все, у них нет никого. А у них вообще пусто. Давай, 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 тушим, 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 тушим. Красиво, 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 вообще просто. Чё, ёпта. Все, да, девочки? Сейчас мы нахер тут разнесемся. Так, пал один. Не знаю, здесь есть такая тема. Так, пусть пока сражаются, подождите. Блять. Ёпта, ты кто? Туши, 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 пацаны, не радуйтесь. Все, ноль. Ноль из девяти. Красиво, красиво, красиво. Туши, 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 и главное. Гранаты пошли в ход. Ты-то кто, ёпте? Упал. Я не знаю, кто это был, но он пал. Тушим, 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 пацаны, пока можно. Он коцанный был. Просто... Короче, либо мне так повезло люто. Давай, 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 давай. Ну вож, давай, родной, давай, давай, тоже. Навались, пацаны. Охренеть. Слушай, ну они сейчас доберут. Почему мне как-то по-кривому каждый раз показывается? Я вроде на дом жму. Так, здесь пацаны мои растут. Все, все нормально. 6 из 6. Все красиво. 152 там осталось. Чувак просто оказался, да, не в том месте, не в то время. С оглы. Слушай, ну все, мы их, короче, бахнули. Основную им хату я им, ребята, шибанули. Слушай, нам что-то дали какие-то скиллы, новые умения. Красиво. Все, это моя хата. Поселение розовое уничтожено. Тотемный столб ваших подопечных растет. Хера себе, тут ко мне залетело. А в меню племени появились инструменты и снаряжение, которым пользовались поверженные враги. Ну как ты так? То есть теперь это, во-первых, мое племя. А, хата, хата, хата растет. Щикака. Бан. Так, я не понял. Ну-ка, пацаны. А ну-ка, пацаны. Пацанчики. Давайте-ка вы паечку возьмете и это, побежим, сбегаем. Так, ну-ка, погнали домой-ка. Здесь. Что-то здесь у нас какой-то, ептить. Ну там, блядь, я не пойму. Звук. Ля-ля-ля-ля, топоры. Давай, давай, давай. Все, все угомонились, нет? А как интересно хилиться здесь? А, 9 у меня теперь! Рожаем, рожаем, вообще просто как не в себя. Поехали, ребята. Еда-то есть, все есть. Так, тихо. Подожди, 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 подожди. Лед варя, опять отспаунились.
Ешь, просто надо покушать. Так, а как нам покушать? Подождите, я как-то ведь кушал. А, он хилится, хилится сам. Ля-ля-ля-ля-ля. Они когда дома, мать его, они сами хилятся. Смотри, 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 сидит, медитирует. Все. Ты понял? Они автоматически медитируют, короче, хилятся. Так, давай мы, знаешь, что? Сделаем, короче, пир целый. Не-не, он сам кушает, ребят, сами кушают. Так, давайте посмотрим, что мы с вами открыли. Так, что мы с вами открыли? Дудочки могут подружиться с другими этими. Ну, окей. Типа... Ну, давай. Окей. Так, отстраиваемся. Блин, там столько пайки лежит. Так, вот этому надо поесть. Что-то он стоит один там, пригорюнился. Так. Так, ну что ж, давайте еще посмотрим, что есть. Копья. Копья позволяют атаковать. Ох, ёпте. Так, вот здесь у меня вся армия будет. Так, это у нас уже пойдут сейчас копейщики, да? Сейчас мы тогда два танка сделаем. Не, всем зачем копья? О-о-о. Так, я так думаю, давайте вот так вот сделаем. Копья. Копья. Топор. 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 Так, ну что ж, у нас все с вами есть. Копейщики есть, все есть. И давай мы, знаешь, как сделаем? Короче, мы копейщиков сейчас вот так вот отправим с вами. Во-первых, вот этих вот додиков минусануем. Минусанем сейчас. Так, погнали их. На минус сейчас быстренько сделаем. Нифига себе, там копья. Смотри. Найс, копья, пацаны. Просто жесть. Троечку еще можно прожимать. Все, лутаем. Лутаем, все. Так, ну что ж, я думаю, что нужно пойти на следующего, да? Так, нам надо обязательно инфраструктуру какую-то. Ля-ля-ля-ля-ля, дураки идут. Мужики! У, сука. Щемись, лупи их! Так, вы следующие, короче, будете. Так, вали говно, пацаны. Сейчас мы сразу, я так думаю, на них вылазку сделаем. Просто сразу. Ты мне вожака сейчас так минусанул. Эй, алло. Валим, 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 валим. Красиво. Так, это нам еду принесли. Так, красиво. Все идем хавать. Так, вождь регенится. Я думаю, сейчас мы сразу на них щеманем. Слышь, а случаем дракон, это не их? Ёпта. Так, сейчас мы вот этих вот разберем с вами. Слушай, нифига она сложная прям. Так, надо еду, 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 еду принести. Сейчас они паечку пусть все поедят. Как следует. Так, все, погнали. Одного на яйца. Так, плюс детеныш. Одного на яйца. Так, здесь пацаны остаются, вождь остается. Все, да? Так, я так думаю, давайте-ка... Раз, два, три, четыре. Пять. Пойдем вот сюда вот опять. Говорят, Лех, смотри броню.
А, так, снаряжение. Так, давайте, да, посмотрим. Кстати, может быть, что-то добавилось новенькое. Слушай, много чего новенького добавилось. Сбор пищи, общение, оружие на двоечку. Оружие, ёптите, на четверочку оружие. Так. А ну-ка. Погодите-ка. Так, бубенчики не трогаем. Слушайте. Ну вот это вообще мне прям надо. Во. Слушайте, это надо. Прям вот реально надо. Так, общение. Ух ты. Ну так скажем, надо, чтобы свободно все было. Понимаете, все свободно надо, чтобы. Чтобы, так скажем, ничто не сковывало движение. Я вот полностью поддерживаю. Не понял. Чтобы все дышало, ребят. Кто так же вот любит, чтобы все дышало, плюсаните, пожалуйста. Потому что, ну, надо, чтобы всегда все дышало. Во. Чтобы, так скажем, не сковывало движение. Так, 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 так. Блин, боже мой. А вы видели, как Грейтова здорового завалили? А здорового завалили просто на шару. Реально на шару. То есть тупо... Просто подошли и минусанули чувака. Что? Кого? Как? Так, слушай, ну у нас все так с вами довольно неплохо. Обстоят дела, усы есть, все есть. Так, на 12. А что мы еще можем на 12 повесить? Да ничего, вот 15 есть, зараза. А если усы снять, что будет? 13. Не, усы это святое, типа, в смысле усы снять. Ёпта, без усов это... Нет усов, не мужик. Или хотя бы борода. Так, есть. Шляпы нет. Да-да, в носках и в шляпе и голом. Соглы. Слушайте, надо пойти попробовать с кем-нибудь задружиться. С кем-нибудь драконом или с кем-нибудь крутым. Так. Сохранимся, пожалуй. А то можем так все проиграть. Так, есть контакт. Так, здесь пацанов, они сейчас... Всех задолбит. Да, здесь вообще без вариантов просто. Ни хрена себе. Все, собираем с них пайку. И несем в хату. Так, несем в хату. Здесь у нас и дела идут. Здесь этот яишенку носит. Ля-ля-ля, дурачок. Так, давайте еще одного пошлем. Так, ну что, я предлагаю, нам надо... Не вздумайте даже. Опа. Ну чё, подрежем их? Давай подрежем. Так, набираем армию. В смысле, а чё вы не приносите-то? А почему они еду назад не несут? А почему они хату не несут? Да хата у меня фуловая, ребят. Ее чинить не надо. А, места мало. Блин, хоть бы какие-нибудь склады придумали, я не знаю даже. Так, ладно. Так, делаем вот так. Так, вы на страже остаетесь. Поехали. Как-нибудь бы нам вот этих вот подрезать. Не пугайте, пацаны. Ну что, попробуйте отоварить племя соседнее. Прям фулкой, да? Давай фулкой прям попробуем. Хрен с ним, сразу хату не снесут. Поехали. Давай шизанем. Если что, сейф есть. Господи, спаси, сохрани. У нас 9, ребят. Эти стоят.
Ну что, 9 на 9? 9 на 9, так? Слушай, а нет никого поближе? Эти типы, это обычные рандомы. Этих сломали. Это тоже обычные рандомные. Не, больше нет никого. Чё, погнали, чё. Короче, это лайк. Туши говно! Ёб ты, инопланетяне! Туши говно! Все, пошло! Шоня, они на деревьях! Понеслась, просто понеслась. Охренеть, что здесь творится. Слушай, мы их, кстати, нормально это с вами. Так, мои падают тоже, мои падают, пацаны. Вождя, 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 сейвим. Сейв, 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 сейв. Вождя, дурак, улетай! Что, живем, не живем, чини, чида, чини, что тут происходит? Туши, 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 пацаны! Хорош! Давай, 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 родные, давайте! Красиво! Ты уходи, дурак, с кем ты... А, вы его по пути захотели отоварить? А, ну молодцы. Да ладно. Вы что, конченые? О, сука. Не-не, все нормально. Четко, четко, нормально. Все-все-все, пацаны окучивают, нормально. Вообще просто напруга какая-то, детская игра, боже мой, какого хрена вообще происходит? Так, все, все, нормально, нормально, вождь регенится. Яички, яички, яички. Пошли, 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 яички, вход просто. Так. Нормально, 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 нормально. Так, что, пацаны, здесь окучим? Все, да, ресурсы закончились, додики. Слушай, ну это минус племя. Детская игра, чекай, не говори. Так, все. Вождь на месте. Все, давай, родной, пошел, 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 пошел пацанам помогать, давай. Погнал, 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 погнал. Так, малые, пусть здесь пока. Давай, 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 давай. Пацаны, тушим, 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 тушим. Ну все, они на минус. Это минус племя, минус второе племя. Так, а здесь пацаны коцанные, да? Вот это реально герои. Красиво. Главное, дракона не сагрить. Это самое главное. У него 1000 хп, он кончит всех сразу. Сейчас все племя сразу, моментально. Все. Минус. Дурачок, вылез не вовремя. Так. Плюс. Слушай, второе племя уже, между прочим. Это достойно вообще просто. Миллион лайков просто. Второе уже. Так. Поселение Бирюзовое уничтожено. В память об этой знаменательной победе ваши подопечные добавили второй фрагмент к тотемному столбу. В качестве трофеев получен доступ к новому снаряжению и инструментам, которые можете вы купить для племени. Так. Все, работяги, погнали перевооружаться. Погнали, погнали. Я не понял, а кто здесь пукнул? Ну-ка, по пути, давайте-ка поесть сразу захватим. Просто снесли. Их 6. А, ну да. Нас мало, но мы, ёпта, в тельняшках. Не понял. Эй, ёпта.
Король Артур. Пацаны, топоры берите, что-то наших бьют, ёпта. У, сука! Туши говно! Хера вы чего удумали? Давай, 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 пацаны. Ну-ка, навались-ка все вместе. Просто минус. Там ёпта. Слушайте, это просто, это очень жестко. Так, все, работяги, это давайте маленечко выдохнем, а то что-то мы. Так, давайте еды сначала принесем все вместе, прям вообще разом, да, сходим. Так, этих мы вырезали. Слушай, интересно, откуда они пришли, эти типы? Откуда-то вот оттуда? Кто же вы, падлы, пришли? А, вот, наверное, да, домик их? А, а. Сейчас мы сразу прям. Просто сразу. Я думаю, сразу надо, да? Просто контрануть их. Соглы? Чини. Я думаю, надо сразу их пойти минусануть за это дело. Вообще прям сразу, даже без разборов. Так, подождите. Копия. Копия. Так, пайку принесли, молодцы, ребята. Носит, носит, носит паечку. Так, и мне нужно построить. Подождите, у нас есть постройка с вами. Трещотки помогут подружить с другими племенами, ага. Факелы позволяют быстро разрушить постройки, но против живых существ они малоэффективны. Вот это вообще сейчас красиво. Сейчас у нас с вами появится тип, который сразу же факелы. То есть нам надо пару человек чисто с факелами. Просто пару этих наших ансабов. Просто тупо с факелами, короче, под шумок, чтобы они стояли и это... Ты гениально. И смеется ходит дурачок. Так. Это красиво. Остроги слишком дорого. 20. 20 еды надо. Больше рыбы в омутах. Ёпти, так вот это вообще мне надо. Так, подождите. Надо одного вообще отправить. Да я думаю, даже не надо отправлять. Сразу просто. Так, снарягу надо посмотреть, да, кстати. Снарягу обязательно. Так, все, вы фул натаскали? Чини. Чида, чини, чи что. Так, вы давайте не стойте, пока дядь Леша там строит. Давайте это, за рыбкой там можно сходить. Так, все, погнали, погнали, пацаны. Все, красиво. Так, наши, короче, все, стоят. Так, погнали, снаряжение. Что-то там сказали про снарягу. Мы с вами еще одно племя минусанули, надо посмотреть. Так. Так, что у нас по снаряге? Здесь нет ничего. Оружие 5, маска. Кого? Маска Мумба, мать его, Юмба. Лё какой. Чёрт. Плюс 5 к атаке. Что-то жесть какая-то. Сбор пищи нам не надо. У нас все в порядке с вами. Правильно? Правильно. Юбку сними, толку нет. В смысле, толку нет. От юбки толки нет? Толку нет. Не, почему? Она там что-то давала, по-моему. Павук. А что давала юбка? Кто помнит? Кто помнит, что давала юбка? Так, маска есть. Одна. Значит, нагрудник. Какой у меня нагрудник? Как это она не давала? Алло, слышь, она вообще-то плюс один к оружию давала. Кто там пукнул то, что ничего не давала? Не-не-не, пацаны. Погоди, а это? Это общение? Оружие плюс 3, да вы что, охренели что ли? Оружие плюс 3, кто там сказал то, что это... Давайте мне без этого, вот этого. Вот. М-м-м.
Не суммируется? А, у нас же... Подожди, сейчас. Сейчас, подождите, разберемся. Сейчас. Сек, вообще, давайте его разгрузим всего. Сейчас. Сейчас разберемся, пацаны, не ссыте. Так, это уже все осталось. Так, сейчас мы вообще переработаем нашего типочка. Так, значит, у нас боевое, правильно, подразделение морских котиков? Не, пеструн торчит, все нормально. Так, поехали. Значит, здоровье плюс 3 можно дать. Каска на здоровье. Ребят, ну здоровье надо, нас будут минусовать. Каску надо обязательно оставлять, 100%. Яйца вместе с каской, вы меня извините, но яички, яички, как говорится, они хоть ничего и не дают, но яички, это, как говорится, у настоящих, у настоящего этого должны быть яички. Так что и они должны быть не какими-то маленькими, они прям должны висеть. Прям вот такие, знаешь, два здоровенных яйца прям просто. Мы же тоже с вами эволюционируем, ля какие яйца. Ну, как говорится, стручок уже у кого там, ну, как говорится, ну, как ты мне рассказывал, как бы стручок не главное, в смысле, да. Вот. Как бы размер он... Ну, ты мне говорил, я помню. Просто слушай. Ну, так вот. Значит. Так, маска. Т-2000. Так, маска есть. Оттяни их. В смысле? Ух, ёпта. О! Два здоровенных яйца. Так, маска есть на атаку. Есть контакт. Сбор пищи мне не нужен, сбор пищи не нужен. Здоровье единичка всего-навсего. Оружие один. Чего? Оружие один. Не, оружие три. Вот у нас с вами было. Давайте такую типа набедренные повязки сделаем. Вот так вот. Так, яички как бы немножко прикрывают, но они как бы немножко и болтаются. То есть, вы как бы понимаете, не понял. Так, лаги какие-то на трансляции, не понял. Так, общение, здоровье, оружие, здоровье. Это у нас наплечники. И здоровье. Я думаю, мы сделаем вот так вот комбинированно. Во. Ля боец какой, невидимого фронта. Так, и здесь у нас просто, я так понимаю, какие-то украшения. Ну, я не знаю, я бы на сосочки, конечно, что-нибудь прилепил. Но все-таки мы на Твиче стримим, поэтому извините, но на сосочки я считаю, что нужно что-то прилепить, потому что это... Не, ну, без усов это, конечно, уже несерьезно. Усы это святое. Так что, как говорится, носи усы, не ссы. Так, ну и вот такой, собственно, у нас... Чудик получился, весь запакованный с яйцами. Как говорится, пальцами и яйцами. В солонку попрошу не лазить. Не понял. Бан. Так, остроги позволяют ловить больше рыбы в омутах. У меня теперь один вопрос, очень простой. Они... Как-то сюда вот, наверное, да, просто ставится. Угу. Погодите, кого? Стой, стой, стой! А нахер я вот это поставил? А как снести? Слышь? Нахер мне эти дудочки, если мы со всеми воюем? Think about it. Нахера мне дудочки? Типа, ну, зачем? Так, все, у меня мои работяги пошли рыбку ловить. Хи-хи-хи, дурачок. Враг замечен. Не понял. Слышь, может третьих вот этих минусануть, а, чертей? Враг замечен, ну пусть идет. Удачи пацанам в этом нелегком деле. Пусть бегут.
Сейчас мы их здесь и примем. Ля, у нас столбешник этот растет как. Так, пацаны, вам бы с рыбкой, кстати, вернуться бы сейчас не помешало. А где типы-то? Кто? Понял, ёпта. Им же сначала надо было, господи Иисусе. Им сначала... Ля, пошла! Поехали. Наказаны пацаны. Так, ну и все. По красоте. Тихо. Все, эти идут домой. А вот эти вот, кто у нас рыбку ловит, да? Я ж так понимаю, их брать надо, или они автоматически как-то берутся? Не шарит никто? Вот, ну-ка. Опа. О! О! У них специальные для рыбы, понял, нет, берут? Он рыбак, он так и называется, рыбак. Так, ты раз, ты два. Где там еще-то, ёпта, рыбаки? Так. Да ёпта. Так, раз, два, три. Поехали. Так, серия. Поехали. Танцули, надо, танцули. Так, слушайте, ну по красоте. Потанцевать-то надо. Серия, ребята, а вот не хочется заканчивать серию. Ля, какой у нас. Так, давайте посмотрим, как они рыбку ловят, и все, и пойдем это... Погодите-ка. Одного не того взял. Ну хрен с ним, ладно. Давай посмотрим, мне просто интересно, как они рыбу ловят. Ой, еще одну. Не, ребят, здесь она, чтобы не надоедала. Так, вот этого назад надо. Вот этот с топориком у нас. Мне просто интересно, чем будет отличаться. Они типа больше рыбы будут ловить или быстрее? Давай посмотрим, как они это делают. А, они типа быстрее ее ловят. И да, прикольно, да, вот игра старенькая. А рыбак, да, вот стал называться. Дорт, рыбак, Тита, Ангелий. Имена у всех появились. Слушай, ну да, они гораздо быстрее рыбу ловят. Все. Домой. Главное, не забывать им оружие перекидывать. Это очень важно. Блин, надо было с коровами дружить. Но я не знал, ребят, ничего страшного. Буду знать. Так, паечку вы принесли. 38. По 5 они носят. Так, стоп. Стой, родной. Так, ты у нас будешь с факелом. Раз. Два. Так. Так, этот покушать хочет. Тихо. Сейчас мы сделаем красиво. Так, и этот идет копейщик. Сейчас мы соберем, ептить, воинов. Короче, два будут поджигателя, три поджигателя, чтобы быстро спалить. Все. Красиво. Ну что ж, ребят, на этом предлагаю закончить. Сегодня нереально крутая серия была. Мы с вами минусанули сразу несколько этих типочков, как всегда, ребят. Мы с вами договорились, сколько там тысяч лайков-то, а? Для следующей серии. Ну-ка, напомните-ка. Там 20 чини. Да вы сейчас опять за полчаса только ее на YouTube, эту серию выложим, вы сразу поставите. 20 тысяч, ну давай, ладно. 20 тысяч лайков, ребята, перейдем к следующей серии. И безумно интересная игрушка вообще, что просто пипец. Я бы еще за травоядных сыграл, но это если вы, конечно, захотите. Если так будете топить лайками, то
мы еще и за травоядных сыграем, за мирных. Попытаемся со всеми дружить, никого не трогать. Ну, попытаемся, по крайней мере. Так что, ну что ж, друзья, спасибо всем, кто был на канале, спасибо всем, кто подписывается. Ссылочка будет на плейлист этой игры внизу в описании. Так что смотрите все серии предыдущие. Всем спасибо, 20 тысяч лайков набираем и делаем на Твиче следующую серию. Стримы на Твиче каждый день. Ссылочка на Твич внизу в описании. Всем пока, удачи, с вами, как всегда, был я, Леха, мы Ник Антаро Адун, вы находились на канале Hardplay. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.